Краснодарском крае начали подготовку пляжа к летнему сезону. В прошлом году в крае открылось почти 500 новых. В этом планируется подготовить более 100 километров пляжной зоны. Значительно улучшить качество услуг планируют в Анапе. При подготовке к этому курортному сезону особое внимание и прокату в целях повышения эффективности выявления правонарушений и привлечения к ответственности будет создана межведомственная комиссия, в состав которой включены сотрудники органов надзора и государственной власти.